На днях в Чебоксарское лесничество поступили 3 новых трактора с комплексной защитой и противопожарным оборудованием. В Чувашии продолжается реализация федерального проекта сохранения лесов, национального проекта «Экология». Три новых трактора, которые только поступили в Чебоксарское лесничество, оснащены системой навигации ГЛОНАСС и искрогасителем, что очень важно при тушении пожаров, отметили специалисты лесничества. Николай Федоров – тракторист со стажем. Преимущество работы на новой технике оценил сразу. Очень хорошо ведет себя и в поле, и в лесу, и при пожаре. Везде проходимость хорошая, и передок уже по-другому сделан. Ну, что могу сказать? Хорошая новая техника. Теперь новая техника. Будем еще лучше охранять, как говорится, беречь лес. Новая техника будет выполнять сложнейшие лесопожарные, противопожарные и профилактические работы. Лесоводы смогут создавать минерализованные полосы вокруг лесов, чтобы не дать распространиться огню в случае низового пожара. Обновили свои парки в 2019 году и другие лесничества Чувашии. Средства были выделены Федеральным агентством лесного хозяйства. В Чувашской республике Министерство природных ресурсов на эти финансовые средства закупило 17 штук малых лесопожарных комплексов, оснащенными пожарным вооружением. Кроме этого, закупила 15 единиц колесных трактора, которые оснащены лесными плугами и специальной защитой. До конца этого года планируется поставить еще 9 лесопожарных тракторов в Ибресинское, Кирское и Шимуршинское лесничество. Ольга Алексеева, Алексей Зотиков, Павел Рядков, Республика.